значит уже плюс 4 после кучи снега выходить по Питеру. Здесь просто ездишь. Смотри, чмок. Шикарно. Это он! Ника, ты готова сразу выдать брата? Ты всегда просто. Он меня первый выдал. Ника, что ты яичницу за ним? Но для начала давайте вернемся в 1709 год. Оранжерея находится на углу Потемской и Шпалерной улиц. Эта земля была подарена Григорию Потемкину, императрице Екатерины II, за заслуги перед Отечеством. А теперь перемотаем вперед. Итак, 1979-1986. Можно ли представить Таврический сад в Лондоне? Вполне возможно, если посмотреть приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, где питерские улочки волшебным образом превращаются в стриты. Именно в оранжерее Таврического сада снимался эпизод из «Смертельной схватки». Его зовут сэр Рональд Адер. Мне кажется, ему угрожает опасность. От кого? Именно в этой сцене доктор Ватсон прогулялся по пассажу, просил инспектора проследить за судьбой несчастного Рональда Адера. А теперь давайте вернемся в наше время. I'm gonna go to the hospital.
площади, а то очень очень холодно. Быстро сделать фотку и все. Очень холодно, надо греться. Мы будем как пингвины греться друг об друга. С искинцами живя на пособие. И были до того бедны, что ее бабушка собирала туалетную.